Как тебя зовут? Филипп. Это вы мне будете по телеку показывать, да? Да. Я буду звездой. Саша. Да. Алена. Настя. Меня зовут Аня. Какой факультет? Третий. Вроде. Да, третий. Седьмой. Гуманитарный. Самый лучший. Самый лучший. Почему ты выбрала именно Хейн? Здесь хорошие преподаватели. Ну, я тогда не знал об этом, конечно. Это мне потом сказали. Хотя это было неправда. Ой, да не знаю, как-то так само получилось. Выбирала между разными вузами. Но мне показалось, что ХАИ самый оптимальный вариант, самый хороший вуз. Сначала преподаватели не будут на тебя смотреть. Может, да не, ну серьезно, я так говорю. Ну, потому что у меня здесь брат учится и посоветовал. Потому что так получилось. Какие бы праздники ты бы хотела видеть? Да любые. Тебе нравится учиться здесь? А кто нас будет смотреть? Все студенты. А преподаватели? А, нет. Ну, если честно, не очень. Хорошо.